У вас бывало когда-нибудь так, что вы приходите договариваться о концерте, а ресторан сгорел? Это вообще полный ад, то есть каждому человеку дается две темы, он их разговаривает, но это потом. Это вторая часть после перекура, хорошо? План вам ясен, ребят? Ну, вот, хорошо. И сразу же Вадим Танков! Всем привет, привет, здрасте! Когда я организовал открытый микрофон, я думал, ну вот, для себя. И уже, по-моему, второй или третий раз я на нем не выступаю с материалом. Это очень странно. Сегодня четверг, значит, Тольятти. Привет, да, вот обрыв. Филипп ведет. И Леха. Привет, я Леха. Это наша компания сегодня. Мы едем в Тольятти и смотрим программу «СМАК». Я считаю, что это чистая психоделия. Ну, пусть будет. Ну, мы доехали, в общем-то. То есть, это Тольятти. Это пацаны. А это штаб. Первый раз про «Дай леща» в городе Самара. Это называется по-другому. Ну как называется? Боль смех. Боль смех. Слэп-баттл. Слэп-баттл. Как прошло? Прошло дерьмово. Ну? Ну как и все, что должно проходить первый раз. На что нужно улучшить? Что нужно улучшить? Нужно улучшить качество. Нужно слово «баттл» превратить не в обсираловку, а в юмор просто набрать. В штабе дали номерок один. Надеюсь, к добру. Отсюда нужно вывести две мысли. Первая, ребята, никогда не душите девушку даже по приколу. Даже если она просит. Второе, если у девушки бегают глазки, не факт, что она врет. Возможно, у нее косоглазие. Ладно, идем дальше. Следующий чувак делает первые шаги, он уже хорошо в Самаре выступает, но я думаю, в Тольятти он тоже покажет класс. Филипп, давайте поаплодируем. Филипп! Мне очень не нравится, когда женщина говорит мне, что у нее мультиоргазм. Я не знаю, доработал ли я. У них, в принципе, было почти все голоса были только за них двоих. Поэтому я предлагаю разделить это Артем и Гошан. Так, едем обратно. Сейчас парни закончили показательное выступление под неизвестную мне песню. Они, наверное, обидятся, что песня мне неизвестна. Ну, короче, мне понравилось. Наконец-то я полноценно выступил с новым материалом. Есть, по крайней мере, три шутки, которые можно оставлять, немного подпилить. Один большой блок, который нормальный, но нужно дописывать. В общем, ну, к сожалению, это результат трех недель, и это плохо. Вот что. Поэтому, если открытый микрофон в Самаре работает, то стоит просто оставить все как есть и писать дальше. Ребята согласны, они просто сытые и хотят слегка спать. Да, согласны, но мы сытые и хотим спать. Вот, и вообще странно, что ты не знаешь, что делать. Ну, так бывает, я слишком старый для того, чтобы знать всю эту молодежную культуру, там все эти штаны, в общем, непонятно.
шаман. Я не знаю. Короче, все проходит хорошо. Мы едем из Тольятти в Самару. Ну, короче, сегодня едем в Отрадный, потому что пятница вечера, концерта нет. Это означает дыра, это означает, нужно ехать в область, договариваться с кем-то, чтобы были хотя бы в следующем месяце. Вот через неделю будет два концерта в регионах. Ну, относительно регионах, конечно. А сейчас один тяжеловато. Самое хреновое в ночной работе то, что ни хрена не видно. Час ночи, все получилось, но ничего не снял. Сегодня хороший день, поэтому поедем-ка погуляем. Немного на выставке в новом пространстве. Очень крутая работа. Пока есть время, нужно делать дела. Дети гуляют, ты ходишь продавать. В немецких ресторанах трудно. Слишком большие спинки у стульев. Ну что, сходил везде, где хотел. Сделал все, что надо. Теперь нужно записывать мяту. На этом все.